Сегодня мы поговорим о классических блюдах. Классическими могут быть блюда национальной кухни, а могут быть и блюда определенного ресторана. Сегодня мы в гостях у Эдуарда Тибилова, чье имя уже достаточно прочно укрепилось в сознании белорусов. Ну что, поехали. Эдуард, доброе утро снова. Доброе утро, Алена, очень рада. Очень рада видеть. Я так понимаю, что сегодня у нас очередной повод удивиться, и удивиться на этот раз классическому рецепту вашего ресторана. Да, наверное, да. Что готовить будем? Мы сегодня будем готовить рулетики из сибаса с гороховым пюре и с помидорками чили. Очень вкусно. Я предлагаю сразу, не дожидаясь, отправляться на кухню. Абсолютно согласен. Ну вот у нас филе сибаса на данный момент присутствует. Мы сейчас его подмаринуем, будем делать рулетики из сибаса. Так, маринад — это у нас соль, перец, немножко оливкового масла, свежий тимьянчик. И немножко розмарина. Маринуется, вот уже, в общем-то, и замариновалась. Одна минутка. Так, готовим посуду, в которой будем запекать рыбку нашу. Немножко оливкового масла. Сворачиваем рулетом. И перевязываем кулинарной нитью. И вот такими бочечками выкладываем. Укладываем сверху помидорки черри. И запекаем в духовке. Отправляем в духовой шкаф нашу рыбку. Буквально на 10-12 минут. При температуре 175 градусов. Рыбку мы будем подавать с гороховым пюре. Для этого у нас уже вот кипящая вода. Мы отправляем туда зеленый горошек, подсоленная водичка. Минут 5 она у нас поварится. Пюре мы еще будем готовить лучок. Мелко нарезаем лук репчатый и обжариваем лучок на оливковом масле до золотистого цвета. Отправляем наш горошек в блендер. Туда же отправляем лучок. Немножко добавляем бульончика нашего, в котором варился горох, совсем немножко. И потом все это взбиваем в кашицу. Рыба у нас уже готова, сейчас мы будем оформлять блюдо. Для этого нам нужно наше зеленое пюре. Делаем красивую подложечку под рыбку. Украшаем веточками мяты и дольками помидора черри. Все, блюдо наше готово. Вот они, спасибо. Наши волшебные рулетики из сибаса. Обычно дома рыбу мы подаем совершенно иначе. А вот это классическая ресторанная подача. Рецепт блюда от настоящего мастера своего дела вы получили. Блюдо классическое. Готовится очень легко и быстро. И, собственно, повторяйте эти традиции классические дома. Ходите в хорошее заведение, знакомьтесь с шеф-поварами. Приятного вам аппетита. Приятного аппетита.